Всем привет, меня зовут Яна. И я очень хочу поступить в СППГУ, но не знаю, на какую специальность. Так, Яна, ну ты еще не определилась, а уже мой хлеб отбираешь. Милочка моя, профессия от бога. Здесь талант нужен. Так, все, хватит. Профессионал-то тоже мне. Работай. Ладно, ладно. Пишем. Смотри, учись. Здравствуйте. Сегодня торжественная церемония посвящения в студенты. И мы с моей подругой Яной будем подыскивать ей специальность. Пойдем. Наш университет закончил Иван Тургенев, Николай Гумилев, ура! Александр Блок, Сергей Довлатов. Я смотри, там биологи, значит, они изучают животных, цветочки, людей, животных. Ну, в общем, интересная профессия. Давай к ним подойдем. Ребята, привет. Какие плюсы в биологии? Почему именно ты туда поступила? Потому что я люблю науку и хочу ее двигать, а еще там есть практики. Супер, то есть ты планируешь закончить университет и полностью погрузиться, значит, в исследования, в открытие. То есть нам от тебя что-то ждать. Да, ждите. Каких-то. То есть, как тебя зовут? Саша. Нет, фамилия. Фотина. Саша Фотина, значит, через. Давай. Надо сроки ставить. Через 5 лет, значит, открытие в области. Мало мне. 10 лет открытие в области. Генетики. Все, мы, значит, все. Пойдем. Есть здесь медики будущие. Вот они, Гиппократы. Медикам в следующем году обещали повысить зарплату. Так что идем к медикам. Здравствуйте. Медики? Да, медицинский факультет. Медицинское направление. Вот у нас Яна есть, она девятиклассница. Она очень хочет поступить в СППГУ, но не знает, куда, на кого, какую специальность выбрать. Давайте мы расскажем, какие плюсы у медиков, почему именно вы туда поступили. Ну, во-первых, если тебе нравится... естественные науки, то есть это на самом деле... Конечно, если тебе нравится помогать людям, и ты такая альтруистка, то... Подожди, вот ты тут о высоких ценностях, а мы с Яночкой, девочки дальновидные, нам нужно знать, какие гарантии. Значит, стабильный заработок, отдых стабильно на море каждый год, за границей, значит. Вот у нее есть какие-то гарантии? Гарантии. Все зависит, на самом деле, от человека и от его целеустремленности. У нас есть такой стереотип, что медики мало получают. И, в принципе, в какой-то мере это правда, не буду тебя обманывать. Слушай, ну ты философ, загнала прям. Ян, пойдем. Итак, самый торжественный момент нашей церемонии. Вы, вчерашние абитуриенты, станете универсантами Санкт-Петербургского государственного университета. Ян, скажи, а ты математику любишь? Это же бессмысленно, эти косинусы, синусы, скучные. Ты представляешь, а люди на это всю жизнь свою тратят. Не идем на математику, да? Нет, нет. Ars diurnariorum. Журналистика. Коллеги, где вы? Вы здесь, вас мало, но за вами будут... Ничего, с нами организуем телемост с коллегами. Слава богу, есть камера. Ян, ну ты любознательная, артистичная, речь у тебя хорошая. Может, на журналистику к нам? Давай спросим. Девочки, привет. Какие плюсы? Почему вы выбрали именно это? Ну, я лично выбрала это, потому что мне нравится писать, мне нравится общаться с людьми. И если ты коммуникабельная и любишь вообще какую-то жизнь подвижную, то это прям для тебя. То есть, в общем, успешная жизнь точно, потому что подвижность, где актив, там деньги, там слава. Значит так, давайте о гарантиях. Можете ли вы пообещать, вот Яне, что она через 2 года как поступит, обязательно станет телеведущей, у нее будет своя программа «Вечерняя Яна». Пусть говорят с Яной. Давай поженимся с Яной. Ну какие-то гарантии нам нужны, чтобы поступать? Ну это, конечно, все зависит от Яны, но мы можем гарантировать, что если ты через 2 года придешь, и мы будем уже постарше, то мы тебя подтянем, расскажем все как надо. И устроите, давайте по существу устроите. Да, конечно. С гарантией пойдем. Долгожданные студенческие билеты первыми получат из рук ректора университета победители всероссийских олимпиад школьников. Знаешь, Яна, что любит деньги? Деньги любят счет, а считают их экономисты. Значит, нам туда. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Значит, смотрите, это Яна, она девятиклассница, но очень хочет поступить в СППГУ, но не знает, на какую специальность. Может быть, экономисты? Может быть, и экономисты, на самом деле. Правда, так маленькая возникла случайность. Дело в том, что, несмотря на то, что я являюсь волонтером с табличкой экономического факультета, самый историк. Но при этом я могу точно сказать, что экономический факультет прекрасный. Учится... Нам нужен точно экономист. Вы экономист? Нет, я историк.
Спасибо. Тогда какие плюсы и минусы в истории? Почему ты поступил на историю? История тоже хорошо. История, да, замечательно на самом деле. Направление, ну, как и институт истории. Почему я поступил на историка? Ну, наверное, потому что мне интересно, в принципе, прошлое человека, прошлое общество. Потому что вот только рассматривая сам исторический процесс, само развитие как бы общества, движения... Слушайте, ну, по вам видно, что вы историк. Слушай, Ян, мы не нашли экономистов, значит, не нашли деньги. Надо искать дальше, как мы без денег. Страна сильна людьми. Университет силен выпускниками. Я бы очень хотел, чтобы вы не только гордились тем, что вы поступили в университет, но и чтобы через несколько лет мы гордо говорили, он, имея в виду вас, выпускник нашего университета, мы гордимся вами. Ян, ну мы добрались до юристов. Надо спросить, какие у них гарантии, понимаешь, такое направление. Девочки, привет. Юрист? Здравствуйте, да, юристы. Посмотрите, Яна у нас девятиклассница, хочет поступить в СПбГУ, не знает на кого. Мы ей хотим выбить теплое местечко в правительстве. Будет? Будет, наверное. Надо гарантировать. Вы так говорите, как будто не будет. Слышишь? Они тебя хотят одурить. Не получится. Понимаете, такие люди здесь учились. Ну, называйте. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Мутко, Бастрыкин, мой отец, ну надо знать какие-то вещи. Тогда расскажите, почему именно вы выбрали это направление? Какие плюсы главные? Я выбрала это направление, потому что мне интересна юриспруденция, потому что я знаю, куда пойти после этого. Ну и куда? Делись секретом, у нас Яна стоит рядом. Ну, вообще, я хочу стать судьей, но я знаю, что путь к этому достаточно долог и тяжел, но я буду стараться и приложу все усилия. Вот видишь, Ян, мы искали деньги, а деньги всегда у судьи. Пойдем. Спасибо. Сегодня, принимая на себя высокую честь и ответственность, связанные с именем университета, я клянусь бережно хранить и развивать традиции просветительства и гуманизма, свято соблюдать законы университетского братства и, соответственно, моим силам и моему разумению, самоотверженно служить делу процветания разума. Клянемся! Ну что, Ян, определилась? Да нет, как-то. О, наш губернатор! А, это не он. А где он? Алло, Георгий Сергеевич, а вы где? Где? Ну что, я вам звонил, ну что такое? Какой ну, Георгий Сергеевич? Куда подойти? Все, давай. Стрельба из пушки – давняя петербургская традиция. Но сегодня рекомендую отменить все вылеты из Пулково, потому что палить будет вчерашний школьник. Внимание! Огонь! Дмитрию Попову, победителю и неоднократному призеру всероссийских олимпиад школьников аж по 5 предметам, повезло вдвойне. И из пушки выстрелил, и студенческий билет получил прямо на Петропавловской крепости. Спасибо. Пожалуйста, ваш студенческий билет. Ты у тебя уши не заложил, а то у меня... Чуть-чуть, немножко. Я-то думал, конечно, будет более ощутимо это. Конечно, сам выстрел это неожиданно, резко, но сейчас стою на ногах нормально все. А ты лица университета было, конечно, очень приятно. Дать залп и дать начало новому учебному году. Да, учебный год в СПбГУ в этот раз начнется с не менее интересных нововведений. 6 образовательных программ бакалавриата и 34 магистратуры. Вечная несправедливость. Кто-то там развлекается, а я все проверять должен. Раз, два, три. А музыку включите? Так, ну водичка идет. Кораблики плавают, солнышко светит. Все под контролем. Кась, можно я тоже пойду на кораблики? Ну ладно, иди, я пока ректору позвоню. Алло, Николай Михайлович. Кать, опять ты мне звонишь? А, Дим, это ты. Тогда к тебе движется девочка. Какая девочка? С бантом. С бантиком? С каким бантиком? Да с каким, с белым. Не вижу. Ну, Дим, ну вот. Да не вижу я. Знакомьтесь, Дима Ян, Яна Дима. Очень приятно. Яна, ты уже выбрала направление СПбГУ? Пока еще нет.
Ладно, успеешь еще. Знаешь, есть такая достаточно новая традиция, это запуск корабликов надежды. Слышала когда-нибудь? Нет. Ну, пойдем покажу. Яна, наверное, не слышала и то, что сейчас средний балл зачисленных на бюджет в этом году почти 92 балла. А значит, через 2 года, когда она будет поступать к нам в университет, ей придется сдать каждый предмет в среднем на 110. Ребята, привет. Я тут гуляла. Николая Михайловича встретила. Случайно шел тут. О, здравствуйте. А кто вы? Да. А что вы-то тут делаете? Я там вроде бы тут зачем-то нужен, а вы-то что тут делаете? Неужели первокурсники? Будущее, а это девятиклассница Яна, очень хочет поступить в СПбГУ, но не знает на кого. Запустить кораблик и написать «хочу поступить в СПбГУ»? Не отвечайте, иначе не сбудется, если это правильное решение. А вы? Я не писал, знаете, первый раз. Вот, думаю, на третьем курсе надо исполнить. Я думаю, что вот Питер – это какое-то особое состояние, и действительно здесь можно поверить в чудо. Вы посмотрите, Петропавловская крепость. Начиналось все, Петербург с него, да? Вон, смотрите, Эрмитаж великий. Кто-то его воспринимает как художественную галерею, но на самом-то деле мы знаем, на самом деле это центр Российской империи. Что за нами с вами стоят? Великие растральные колонны, мы с вами их видим. Экскурсия такая. Да. А вы знаете, что за нашей спиной, на самом деле, Академия наук? За нашей спиной первый музей. За нашей музей, за первый университет. Все здесь. Наши выпускники страну объединили, наши выпускники страной руководят, наши выпускники везде и всюду. Поэтому, да и ВУЗ тоже объединили, вы правы, он распался когда-то. Поэтому, конечно, мы первые.